Привет, стримаши, либертарианцы, анархокапиталисты. Обзор опять дешевой еды. Ну, что дорогую снимать? Дорогую. И так понятно, что она нормальная. Хотя там тоже есть вроде какие-то подделки. И виски подделывают, и все подряд. Вот такие вот яблоки. Не знаю, что за сорт. По-моему, иностранные яблоки. Даже какие-то наклеечки на них. Суперлюкс там написаны. Какие-то, может, турецкие. Наклейки слетели все. Они сладкие, немножко рыхловатые. 30 рублей вообще стоит. 30 рублей. Это отличная цена. Так, что-то здесь... Я их мыл уже два раза. Ну, вполне нормальные. Но для любителей сладких яблок. Я не очень любитель сладких яблок. Вот это маленькое сладкое яблоко я уже показывал. На пятерочку. Прям хорошее. Так, вот такие мандаринки. 40 рублей. Как картошка. Цена. Я попробовал один уже. Вполне нормальный. Сейчас можно опять открыть. Посмотреть. Может быть, какой-то подвох. Сейчас. Нет, вообще не вижу дефектов. Да, да, вполне нормальный. Вот такие же. 40 рублей. На пятерочку. Так, что у меня еще? Помидорок больше дешевых нет. Вот такие огурцы 55-60 рублей. В магазинах они 100 и больше. Они, конечно, немного старые. Надо попробовать. Сейчас попробуем. Я их так и не попробовал. Они могут испортиться, пока лежат. Огурцы, помидоры сейчас дорогие. Это типа деликатес. Хотя мандарины 40 рублей. Нормальный огурец, но уже старый, надо их есть. Долго не проваляется, чую я. Ну, никакой гнили нету. Так. И все вроде почти что. Вот такой апельсин. 55 рублей. Как будто красный. Но вот видите, он такой темно-оранжевый. Сейчас посмотрим. Не знаю, что внутри. Может быть. Так. Может быть, он гнилой, может, он не красный, фиг знает. Покупать нужно осторожно. Да, что-то он на красный не похож. Я думал, красный. Внутри есть такие прикольные апельсины. А, нет, это красный, это прям он, это он, ну, немножко не докраснел, начал только краснеть, видите, отлично, красный апельсин, это супер,
Вообще они стоят 120 рублей, 150 красные. Они мега дорогие обычно. Ну вот и все. Все, я показал, что у меня сейчас было. До свидания. Ну это купил я в ларьке, естественно, это не сети. Так. Это что тут за пятно? Какой-то гнилой, что ли, попался. Вот, не сети, это маленькие ларьки. Ищите там. Выбирайте осторожно. Пока, ребята, подписывайтесь, ставьте уведомления. Можете присылать донаты еще. Потому что я единственный настоящий следователь в России. Пока.